Многим из нас с самого детства знакома солнечная и добрая городецкая роспись. Именно этот стиль выбрала Эльвира Казачинская для оформления уже второго подъезда в Перхушково, который будет представлен на конкурс «Лучший подъезд Подмосковья». Почему городец? Городец, мне кажется, несет радость и какую-то ностальгию по детству. Вот дети, которые бегают, им очень нравится. Один малыш выскочил встречать папу вечером, когда работала, и босиком пробежал по всему подъезду, чтобы показать, как это красиво. По словам художницы, ей доставляет большое удовольствие роспись стен. Она подбирает гамму красок, исходя из цвета подъезда, с любовью делая каждый взмах кистью, ради того, чтобы любой житель или гость попадал пусть в нарисованную, но сказку. Люди довольны. Мы стараемся, чтобы понравилось всем. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».